Так, здрасте, здрасте. Мои маленькие любители инди и аниме, и фармы, и гринды, и все что угодно. На этом канале может быть все, что возможно. Сегодня нихера не работает. У нас опять проблемы с интернетом глобальные, потому что половина сайтов работает, половина нет. Это намекает, как бы. Но вроде стрим идет, стримлапс не работает, но что поделаешь. Стримлапс не работает, но что поделаешь. Так, я выключил звук. А, вот. Так, весело. Весело, конечно, ничего не поделаешь. Начинаем мы с игрульки сразу, причем. Которая называется Те что-то там, короче. Хрен пойми, что это за игра, мне надо ее отстримить. Потому что типа есть обязательства перед издателями, которые дали игру. Надо реализовать. А потом потихонечку. Пойдем остальное. Так. Надеюсь, что в нее можно играть. На клаве мышки. Так. А как-то можно мне получить доступ к своему компьютеру? То есть как-то вот не понял. То есть, а мне типа нельзя, да, вообще увидеть экран там, вот это все. О, чудеса чудесатые просто. Просто у меня звук-то замьючен в игре. Очень плохо сделана игра технически. Как обычно. Как обычно это бывает. Игра очень плохо сделана. Ну, сейчас разработчики вообще в принципе не заморачиваются с тем, чтобы делать игру хорошо. Это как бы никому не интересно. Поэтому, в принципе, удивляться особо нечему. Я надеюсь, она хотя бы захватит. Если не захватит, придется... А, ну, захватилось. Так, осталось-то только, да? А, можно играть с геймпада, да? Хорошо. Так, минут 20 нам надо накатать. Игра ужасно плохо работает. Она вылезает за рамки. И ее нельзя нормально альтапнуть. Сделана игра ужасно плохо, но она, слава богу, захватилась, самое главное. Я, в принципе, хорошей игры не ожидал. Так, я вот в бедах. Короче, чувак, я шел покупать лекарства своей сестре, когда... И не договорил наш встречный парень. А, нас пытаются обокрасть. Мы типа играем за святого отца, нас пытаются, короче, обокрасть. Пытались обмануть, что типа чуваку нужны деньги. Мы его, короче, заигнорили. Вот, да, нас пытаются, короче, ограбить. Ну да. What the fuck is this? Это что, блядь, сейчас было вообще? Очень странная боевка, короче. А.
Я ничего не понимаю вообще. Господи Иисусе, какой тупорылый мудак это делал. А, вон внизу написано. Господи Иисусе, это же не играбельный кусок говна просто. Нахуй эти игры вообще делать? Боже мой. Господи, что это, блядь? Это же пиздец. Ну так же плохо нельзя игры делать, камон. Ёбаный. Зачем эта игра вообще была сделана? Боже мой! О боже мой, какого хе... Зачем эта игра на этом свете вообще? Зачем? Господи, помилуй. Что это за говно? Пиздец. Просто пиздец. Боже мой. Да. Я еще свернуть нельзя, нахрена нормально. А, это можно, начала сворачиваться, хотя бы нормально, то ладно. Да, интересная игра. Зачем эти игры делают, я никогда, наверное, понять не смогу. Зачем эти игры делают, я не понимаю. Так, ну вот здесь я буду даже рад почитать всякие диалоги, потому что как бы... Хреновый день никогда не закончится, надо, наверное, ответить на телефон. Еще менее читабельные... Можно было сделать еще хуже управление игры. Господи, это ужасно, это пиздец. Как можно сделать правильно настолько плохо? А, мы играем за экзорциста. А не за святого отца даже какого. Хотя хрен его знает, может, два в одном. Ладно, еще немножко осталось. И что я должен сделать? Нет, это пиздец. Так, ладно, может выйти нам надо. Ну, наверное, сюда нам. Так, короче, если все правильно, то это здесь. Ну, вообще все вроде как выглядит под контролем.
Это кто? Не экзорцист. Я телефон звонил, как раз вот недавно получил. Насчет маленькой юной девушки. Что-то там одержимый. О, господи, слава богу. Так, сходите быстрее. She's... Короче, ее плющит. А. Короче, девочку тут плющит. Да, ее действительно плющит. Народ уже похож, кстати, из American Dead. О, экзорцист. Ну, ты угадала. Бла-бла-бла. Короче, отрежет нам голову, бла-бла-бла. Это пиздец. Ну, я не знаю, может на клавиатуре в это интересно играть. На джойстике в это играть неудобно очень. Это просто пиздец. Твою мать. У меня еще не вся картинка влезает в экран просто. Ну это пиздец, ну так нельзя плохо игры делать. Ебать вас в рот, ублюдки, которые делали эту игру. Вы охуевшие что ли совсем? Пиздец, так нельзя плохо делать игры, это должно быть противозаконным, блять. Ёб твою мать. Не, ну это ужасная игра, блять, она ужасна просто. Ебанулся. Ну это просто пиздец, ну это ублюдки делали конченые. Конечно, мрази вообще отбитые, блять. Ебанулся, так нельзя плохо делать игры, так нельзя плохо делать игры. Пиздец. Господи, как же плохо сделана эта игра. Это просто ебануться можно. Фух. О боже мой.
Так, диалоги читаем максимально медленно. О боже мой, она выблевала все вокруг, вообще заблевана, боже мой, какая гадость. Ну ладно, так или иначе, все это вроде позади. Блин, давай из моего дома, бабу с собой забирай, она уволена. Что? Я не знаю ее. Как ты вообще нанял ее? Она... Мы купили ее. У нас даже есть все документации. Блин, рабами торговать как-то не круто. Я должен получить свою награду, еще нет? Ни хрена вообще. Ты должен мне платить за весь тот урон, который нанес. Окей. Я заберу девочку. Ты можешь наконец-то заткнуться. Я не удивлен, что демон знал мое имя. Я уже надирал демонам задницы в прошлом. Но он, походу, знал больше, чем только это. Ну, вообще, вот эта торговля рабами тоже как-то очень странно все это. Но церковь все еще толерантна по отношению ко всему этому. Надо в этом всем разобраться и понять, откуда берутся демоны в таком количестве. Надо бы это все остановить. Это мой шкаф, тут всякие аксессуары, но мне они сейчас не нужны. Так, читаем. Так, подождите, а там вообще работает хоть стрим-то? Сейчас. Так, надо проверить, работает. Не, ну вроде все работает. Короче, надо взглянуть, типа, на новое место. Я нашел, короче, спичный коробок.
из клуба. Надо, короче, туда наведаться. Так. Ну, вот как-то так, короче. Короче, бухло, сиськи и все такое. Так, отстань меня. Ищешь несколько грехов. Ну, пойдемте, до следующей боевки доиграем, мы саму боевку играть не будем. Ну, походу на автомате херачит. Ну, короче, где-то минут 20 я нахерачил. Нормально. Дальше начинается босс файт. И мы выключаем, да? Ну, короче, да, мы выключаем. Кайф. Так, все, сейчас пойду переделывать. А, кстати, уведомление еще не сделал, кстати, ни хрена, это хорошо. Это даже хорошо. Так, может даже рестартнуть стрим. Да, наверное, рестартну стрим даже, чтобы не вырезать тот самый.